заводе, имел квартирку, хоть гостинку, но свою, и одевался я под стать советской моде, не сомневаясь, что живем мы как в раю. Трудились мы за трудодни семейкой дружной, мою работу часто ставили в пример. И раз в году я по путевке профсоюзной грел кости на курортах СССР. Я ни хрена не пойму, к чему исчезло все как-то вдруг из рук. Наш бригадир что украл, продал, сорвал бабло и убежал. А мне до гроба искать, что жрать, смотреть, как люди живут вот тут, и понимать, что вся жизнь не жизнь, а страшный суд. Сначала нам полгода не платили, свободный рынок, мол, не может без проблем. В конечном счете наш завод вообще закрыли, и коммунизм закончился совсем. Меняли деньги, флаги и название улиц. Пришла свобода, режь последний огурец. Нам рассказали, что нас подло обманули, и что теперь-то заживем мы наконец. Я ни хрена не пойму, к чему исчезло все как-то вдруг из рук. Наш бригадир что украл, продал, сорвал бабло и убежал. А мне до гроба искать, что жрать, смотреть, как люди живут вот тут, и понимать, что вся жизнь не жизнь, а страшный суд. Печальный случай обнищания народа. Купи, продай, отдай последний грош. Она как женщина, проклятая свобода. Красиво все, но ничего не разберешь. Отбросы общества, я с ними в общей куче. И жизни нету, хоть езжай на Колыму. Кому-то стало жить теперь намного лучше, а мне как фильм обидно за страну. Я ни хрена не пойму, чему исчезло все как-то вдруг из рук. Наш бригадир что украл, продал, сорвал бабло и убежал. А мне до гроба искать, что жрать, смотреть, как люди живут вот тут, и понимать, что вся жизнь не жизнь, а страшный суд. Понимать, что вся жизнь не жизнь, а страшный суд.